Ладно, вру не кончилось. И лук. Ай! Сука, сейчас церковную эту службу профукаю. Чуть уже не профукал. Бегом. Извините, мальчики, девочки. Ой, сегодня слегка припозднились, но что поделать, что поделать. Есть очень дешевое мясо, блин. В принципе, как вариант, можно вообще устроить конвейер. То есть просто не заморачиваясь, вырезать из всех мяса и сжигать. Вырезать, сжигать, вырезать, сжигать. Все. Да-да-да-да, давай. Ребятки, быстрее. Уж извините, я понимаю, что вы тут воодушевились, вдохновились, так сказать, зарядились энергией нужной и все такое прочее. Так. Та-там. Что-нибудь учить тут можно? Нет, ничего. Это надо специально уже искать, что нужно изучать, но мы пока этого делать не будем. Потому что, во-первых, не до того. Да я вот думаю, надо ли мне возиться с этим супом? Ну, серьезно. У меня чечевица тоже здесь валяется. Бесполезно абсолютно. Ты можешь лучше вот эту нафигачить. А, тут у меня еще и уголь кончился. Вообще шикарно. Ой. Блин, да ты че? Так, знаете что? Брысь, отпусти. Давайте ее отправим на переработку. Видите, если бы суп можно было также зарядить, допустим, да, там целую кучу, ну, то есть не вот так уж, а по одной за раз, а вот так вот взял эти кусочки свеклы, блин, фиганул на максимум, все, и не... Так, ясно, не хватает. Сейчас. Видите, что у меня уголь кончился, блин? Такого быть не может. Серьезно? У меня кончился уголь? Да ладно. Нежданчик. Ей-богу. Ну окей. Давайте за углем сгоняем. А здесь он есть? Ну есть, ну ладно, пусть лежит, что он тут так нужен. Да уж, неожиданно. Выясняется. Ну конечно, блин. Нападало просто до хрена всего, да? А, ну правда ничего страшного.
принципе не произошло. У меня, правда, какое-то вино все делалось. Секундочку. А куда делось вино? Я его выпил, что ли? Хм. Интересное кино. Нет, а серьезно, что ты? Я его действительно, что ли, по-тихому выдал все? Хм. Вместо лазаньи. Или что? Что-то я в легком недоумении. Ну да ладно. Со мной бывает. Хм. Крылышко валяется. Не куриное, к сожалению. Птичьи мышки. Птичьи мышки. Так. Серьезно, может, я его выложил куда-то, я просто не обратил внимания. Я мог легко. Так. Здесь у нас что у нас хранится? Графит. Тогда сюда две сотни угля закинем. Окей, давай так. И сотню угля сюда. Давай по максимуму сейчас не хватит. Ага, не хватит. Да ладно. Все. Так, нет, ну серьезно, куда я винище-то кинул? Золотистое мое. Мое. Ой, серебряная, то есть. Я, может, действительно выложил. Да, вот оно. Блин. Не пугай меня так. Старт здоровья. Угу, изучен. Давайте еще парочку. В смысле? А, это экстракт порядка, это немного разные вещи. Так. Серу и так далее. Все это надо повыбрасывать. И, собственно, мне надо. Мне торговец на подходе, да? Надо ящики утащить туда. И порошок здоровья ему отдать. Спасибо. Ой. Да, нафиг он уже не побегу я заодно. Хрени туда. Так, минуточку. Здесь этого нет. Известняк. Сера. Черт с ней.
Так, там у нас потихоньку кустики вырастают, да, вместе с яблочками. Так, давайте еще подготовимся к прибытию нашего. К нам приехал, к нам приехал торговец толстый и родной. Попробуем сразу 5 ящиков утащить туда. Ну, конечно, спать он хочет. Опа! Ай-яй! Ай, ладно, так перетаскаем. Паровозик. Вообще я наготовил хренову тучу. То есть их реально вот сейчас вот просто вот все это собрать и все, все готово. Три. Так. Четыре. И пятый. Это у нас будет. Ой, доски кончились. Ну как так? Ну зачем? Ну нафига? Не то. А, деревья еще теперь надо. Так, и... Я тебя обратил внимание, что вообще как-то не растет золотое, я хочу сказать. В принципе не растет. Видимо, тут как-то по-другому это работает. То есть нет вероятности вот этой вот. Да. Ну, собственно, ожидаем, что я хотел. Втащили. Дождем. Занимаюсь тяжелым. Дождь, да ну дождь хлещет, блин. А, так, подвинулась. Дождь хлещет, ночь, спать хочу. Трудяга такой. Ничего. Ну, а прется уже. Здоровки, пузанчик. А с последним мы телепортнемся. Даже, ой, если подумать, конечно, бессмысленная выживалка, но, блин, такая приятная. Ну, хоть сколько-нибудь, а? Не могут они так, к сожалению. Блин, вот реально, как осла бы, что ли, или своего как-то осла завести можно было. Ну, то есть, тебе иметь человека, или какого-то реально помощника, блин. Блин, доставить ему, чтобы лоток всегда был полный, например, там, с деревьями. Например. Блять! Ты достал, а? Допустим. Почему бы и нет? Удобная же тема. Или вот как осел, то, что он там за морковки работает. Ну что, ну ладно, пусть. Его подрядить на это дело. В конце концов. Один хрен, он и так наемник. Все равно на меня работает, скотина. И еще один ящичек.
моего персонажа слегка носит, он хочет спать, но что поделать, работа, деньги, жадность обуяла нашего хранителя кладбища. Ему нужно больше, больше, он хочет все сделать в этом мире, всего достичь, всего добиться. Без вариантов, просто без вариантов. Все. Хочет и, как это, хочу и не колышет. Нет уж. Вот так. Ну, пожалуйста. Тут-тум. Ну, чё? Держи, снять проклятие. Клота сказал, что этот порошок должен все исправить. Ну что ж, надо попробовать. Жить без вкуса я больше не могу. Посыплю-ка я его на этих жареных кузнечиков. Ну, не дурно, я бы даже сказал, вкуснее, чем раньше. Похоже, сработало. Где ты взял чудесный порошок? Я сам его сделал. Немного. Знание алхимии плюс здравый смысл. Любопытно. Сдается мне, что в этом порошке скрыт огромный потенциал. Такой чудесный вкус может открыть нам двери королевской кухни. Думаю, что смогу устроить званый ужин, куда приглашу нескольких членов королевского совета. И вот тут-то мне нужна... Фу ты. И вот тут-то мне и нужна будет ваша помощь. На вас приготовление 5 золотозвездочных ужинов. Закуска, основное блюдо и десерт. Все должно быть высочайшего уровня. Чего взяли, что я вообще подхожу для этого? Я всю жизнь в столовых ел. Это деликатное дело, я не могу доверять никому со стороны. Слишком высокие ставки. А почему вам самому все не приготовить? Какой вздор. Нельзя спала насладиться едой, которую сам приготовил. Не переживайте, дружище, немного стараний, вы справитесь. А уж я добавлю потом ваш порошочек во все блюда. Все пальчики оближут. Слушай, жирный. Ты меня чуть-чуть раздражаешь, ты в курсе? За сколько? О! Семенная награда, золотые. Берем. Да ты чё шутишь? А с другой стороны, один хрен. Продам. Надо будет, еще сделаю. Такая же большая проблема. Так, то есть, что у нас сейчас с тобой подвисло, так сказать? Те самые блюда. Все. Теперь у нас, по сути, еще ведьма осталась, или нет? Что ведьме-то нужно? Есть там что-нибудь? Или все, она пропала? Клота. А, то есть уже все. Там мы все выполнили. Там мы все выполнили, здесь мы все выполнили. Мы молодец. Аз есим. Ай, я знаю, что я забыл. Коноплит купить. Семён. Ай, балбеса. Ну, я, естественно, кто же еще там? Так, у меня есть винище. 30 бутылок. Пошли еще данжик тогда пройдем. Хрен с ним. Пока ж не совсем понятно, что делать. Нужен лук. Нет, ну зачем? Так, утащите... Так, это что? Историю. Так, ну из такого срочного, по-моему, вообще ничего не осталось, да? Все остальное уже такое, как сказать, надо просто делать. Из заданий. Так, что я сюда иду? А, историю. Дать историю. Ту-т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 у
Ладно, давайте поспим. Давайте поспим. Сходим еще один данж. И все-таки закончим на сегодня, честное слово. Так, 10 серебряно. Давайте оставим их тут. Пусть будут, ничего страшного. Дальше, что еще нужно оставить перед походом в данж? Вот эту вещь, она не нужна. Да вроде все. Ладно, спать. Просто спать. Так сказать, приводить себя в полный порядок. Ой, потом надо будет заняться пивом, бутерами, все остальные фигни. Так, много там еще? Много. Все, пойдемте. Просто пойдемте. Вообще, что-то я по деньгам слегка просил. Надо будет в следующем видео слегка с кузнецом поторговать. Он там, я думаю, накопил уже. Здорово, Снейк. Че сказать, не хочешь? Кстати. Эх. Ну что, пошли. Десятка. Страшная десятка. О. Ух ты, бать. Какие. Вот те раз. Какие-то новые ребята. Опасные, я смотрю. Страшные. Опасные. Что-то у меня игрушка потормаживать начала. Это плохо. Ой. Ой, кошмар какой. Всякий кекс нравится тебя сажать. Да чтоб тебя... Опа! Венца хряпнули и пошел в атаку. Вообще шикарная вещь. Ага. Так, все, у меня перебор, да? Так, это уничтожить нам не надо. Семена свеклы нафиг они. Без звездочки. Семена пшеницы тоже без звездочки. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Так, давайте вниз пока. Угу, руда. Блин, это ну нафиг. Это же обычные семена. Без каких-либо. Ой. Все. Хлобы. Как это? Булькнул разок и норм. Короче, кроме вином только питаться будем. Да блин, хорош подвисать. Ты чё? Что с тобой, милый мой? Доски уничтожить, гвозди уничтожить. Так, что еще из ненужного? Давай смотреть. Всякие крылья летучих мышей.
сюда. Вино это вообще, конечно, респект. Айс и респект. Но все решает. Я уже слегка запутался, по-моему. Потому что я, кажется, я куда-то не ходил. Есть у меня такое чувство. Опа! А это что такое? Ох ты! Нифига себе! Выясняется. Надо спросить у змея, да? Как раз змей сегодня тут. Да блин, ну... Да стой ты, а! Да стой тебя, когда убивают, блин, стой спокойно, блин, что ты носишься? Так, ладно, это все не нужно. Черт, змей сейчас уйдет. Ну ладно, хрен с ним. Уйдет и уйдет, ничего страшного. Че, значит, возвращаемся. Нужен ключ. Какой-то. Так, вот отсюда я пришел, да? Вниз я ходил, не ходил, не помню. Ходил. Стоп. Точно ходил? Да, то есть я ходил туда, я ходил сюда, здесь я был. Все. Десятый. Ну, он не пройден, конечно, а зачищен. Змей ушел уже, паразит этакий. Инквизитору я пока не нужен. Жратва не готова. Так, тут ничего нету? Нет. Тут ничего нету. Винище решает, конечно, это да. Винище очень решает. Он еще здесь? Нет. Его уже тут нет. Так, что у нас там? Из того, что нужно. Ну хорош подтормаживать, ядрить твою налево. А ты че, эй? Игра? Алло? Спасибо. Это достижение так? Нифига себе достижение. Притормозила игрушку, блин. Все. Завал. В смысле? А я где эти электрические? А, порошок электрический. Это же в этом. Это там внизу. О, нифига себе. Не исследовано. Не порядок. Порошок? И самородка. Выясняется. Так, оранжевая. Жидкость и эссенция. А главное, не сказано, какая жидкость и какая эссенция. Вот тут меня вообще вымораживает, блин. Исследователь. Плюшевый. Укротитель. Липовый. Ладно, все, что-то у меня это, ребят. Видимо, мой древний компьютер уже перегрелся. И не хочет больше работать. Судя по этим подтормаживаниям. Ну, что поделать. Компьютер старый, к сожалению. Тут уж ничего не попишешь. Так, вино берем. Вино решает. Все, короче. Я болт забил на всю эту готовку, блин. На всякие эти свекольные какие-то там колечки. Всю хрень, блин, в топку это все. Все фигня. Я их съем, конечно, я их съем. Это естественно, оно доготовится, я это все захаваю. Это без вопросов. Так, это сюда. Что еще сюда?
Смородки, да? Угу. И семена. И все. И отправим нашего героя на заслуженный отдых. Личинки пусть тоже тут пока лежат. Все, иди-ка ты, приятель, спать. Хватит тебя барагозить. Так. И, собственно говоря, на этом замечательном моменте таки наконец-то заканчивается видео. Оно, естественно, будет разделено на несколько, причем я не знаю там на сколько. Я достаточно долго играл. В принципе, был бы комп помощнее, можно было бы и в стриме это все запустить. Что-то я даже подумал, действительно, почему бы и нет. Ну, к сожалению, стримы мой комп, так сказать, в онлайн-режиме что-то как-то не вытягивает, к сожалению. Тут уж такая пока она суровая реальность. Так что, сейчас у нас на данный момент, что у нас осталось? Инквизиция, ну, в общем, короче, до хрена всего. В следующий раз, я думаю, мы займемся сразу и Снейком, и Инквизицией, и опять же, жратвы понаберем на продажу. Ну, а пока... Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Всем вышеперечисленным вы очень сильно поможете. Ссылка на плейлист на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде наших с вами похождений в качестве Graveyard Keeper. Все. Всем счастливо.